Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Немного о многом». Одним из самых востребованных продуктов питания в рационе человека являются крупы, макароны, подсолнечное масло, консервация. Они употребляются как самостоятельный продукт, так и применяются при приготовлении блюд. В магазинах изобилие данной продукции разных производителей различных торговых марок. Мы поинтересовались у покупателей, какую торговую марку они выбирают. Ракан «Крупяной дом». Ракан «Крупяной дом». Продукты питания торговой марки «Ракан Крупяной дом» можно приобрести во многих магазинах нашего города. Эта продукция по-настоящему достойна выбора. Общество с дополнительной ответственностью «Ракан Крупяной дом» начал свою деятельность в октябре 1994 года. Сегодня «Ракан Крупяной дом» – стабильно работающая компания с региональной сетью филиалов по Беларуси, являющийся одним из крупнейших операторов на рынке оптовой торговли крупами и бакалейными товарами. Благодаря профессионализму, должному отношению к делу и гибкости в работе, за эти годы «Ракан Крупяной дом» прочно закрепился в своем сегменте на белорусском рынке, превратившись из небольшого предприятия в крупную, стабильно работающую и постоянно развивающуюся компанию с региональной сетью филиалов по Беларуси. «Ракан Крупяной дом» имеет более 3500 постоянных партнеров и клиентов в 215 населенных пунктах Беларуси. «Ракан Крупяной дом» предлагает оптимальные условия сотрудничества, организация доставки товара заказчику, широкий ассортимент качественной продукции, гибкие цены и условия оплаты, постоянное наличие товара на складе. «Ракан Крупяной дом» осуществляет оптовую торговлю продуктов питания юридическим лицам. Основная задача – поставка продуктов питания отличного качества по приемлемой цене. «Ракан Крупяной дом» – качественный товар, широчайший ассортимент, своевременная поставка. «Ракан Крупяной дом» имеет несколько торговых марок. Основная из них – домашний выбор. Включает в себя крупы, различные виды риса, гречка, пшено, горох, манка, крупа кукурузная, фасоль, макароны. Вес пачки составляет 800 граммов. Продукция под маркой всегда на вашем столе расфасована в пачке по 700 граммов. Экзотические сорта риса и отдельных видов дорогих круп входят в состав торговой марки Sunrise, расфасованы в пачке по 400 и 800 граммов. Торговая марка Крупаша предлагает широкий ассортимент хлопьев, расфасованных в пачке по 400 граммов. Всегда на складе в наличии имеется белорусская консервация, масло подсолнечное различных торговых марок, уксус, сода, крахмал и сопутствующие товары. С 2012 года в рамках группы компании «Ракан» осуществляется производство продуктов томатной группы и различной консервации под торговой маркой «Лето красное». Также «Ракан Крупяной дом» предлагает на белорусский рынок качественную импортную консервацию. Сербские консервы, китайскую и испанские консервации, ананасы и персики, Таиланд, торговые марки «Royal Family». Многолетний опыт компании «Ракан Крупяной дом», индивидуальный подход и профессионализм сотрудников являются залогом взаимовыгодных и долгосрочных партнерских отношений. С компанией «Ракан Крупяной дом» торговую сеть «Златка» связывают многолетние партнерские отношения, широчайший выбор товара, приемлемые цены, оперативные доставки нас, как партнеров и наших покупателей, очень радуют. «Ракан Крупяной дом» постоянно работает над повышением качества предлагаемой продукции, уровнем менеджмента, расширяет ассортимент предлагаемого товара. Наша компания готова предложить своим клиентам широкий ассортимент качественных, сертифицированных продуктов питания, гибкую систему скидок и отсрочек платежа, проведение акций, оперативную доставку. Мы всегда открыты новым контактам и рады сотрудничеству. Поставка продуктов питания от «Ракан Крупяной дом» – это гарантия качества и надежная партнерская поддержка. А на сегодня все. Увидимся!